Щелковскому парку от шторма в понедельник, похоже, досталось больше других. Десятки поваленных деревьев и бесчисленное количество обломков сучьев буквально усыпали все дорожки, площадки и тропинки. Помочь администрации парка в наведении порядка первыми откликнулись работники культуры городского округа. За работу принялись дружно, в одном ряду – режиссеры, работники сцены, библиотекари, экскурсоводы – все с метлами и граблями в руках. Потрудиться на благо города вышли около 150 человек. Щелковский парк – это сердце города, сердце всего округа. И, конечно, когда вчерашняя погода испортила многим настроение, и в том числе наш парк пострадал, неравнодушные жители откликнулись на наш зов. Ну и, конечно же, учреждения соцсферы, культуры, образования, спорта, они тоже здесь. И отрадно, что первыми клич о помощи дали сами жители в наших общественных чатах. Объем работы колоссальный. Но вы знаете, у нас горят глаза, у нас есть энтузиазм. В парке не смолкал рев бензопил. Стихия повалила около 50 деревьев. Их нужно было распилить для транспортировки. Еще несколько стволов кленов, тополей и лип надломились от ветра. Будут убраны и они. Мелкие ветки тут же перерабатывали в щепу. По понятным причинам парк закрыт до 1 июля. Но если с последствиями урагана удастся справиться быстрее, дата открытия будет перенесена на более ранний срок. Михаил Налетов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.